Приложение Jam4Me. Приложение Jam4Me. 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 Messenger Jam4Me. А я напомню, вот так вот оно выглядит. Его очень легко скачать и установить. Мой профиль, собственно, вот. Кстати, тут есть еще функция группы. Она аналогична групповым чатам в любом другом мессенджере, но преимущество здесь в простом и удобном дизайне, к которому привыкаешь с самого начала использования. Отличие от паблика — это то, что обмениваться сообщениями и файлами могут все участники группы, а в паблике инфопосты делают только создатели. Вообще, хороший мессенджер, он зарядку вообще не жрет практически. Все. Позже. Здесь же можно удалять сообщения, потому что они не хранятся в базах данных, поэтому никто не сможет получить к ним доступ. Также сообщения можно редактировать. Почему бы нет? Красота! Надо удалить. Стикеры, стикеры, стикеры! Я нашла очень крутое приложение, которое называется Jam4Me. Мне это приложение очень понравилось именно своей простотой, потому что в нем несложно разобраться. И также там можно задавать, к примеру, голосовые сообщения. А еще очень прикольно то, что там можно редактировать уже отправленные сообщения. Вы не представляете, сколько раз у меня было такое, что я кому-нибудь отправляла какое-нибудь сообщение, а потом жалела о том, что написала. И мне просто хотелось все переиграть. Новый удобный мессенджер Jam4Me. Здесь классный дизайн, голосовая связь, прикольные эксклюзивные стикеры. Также у меня здесь есть свой паблик ShirishXD. Вот он. Тут уже есть эксклюзивные фото и видео. Jam4Me серьезно очень прикольный мессенджер, он мне очень понравился, там удобный дизайн и он просто прикольно выглядит, поэтому я выбрал именно его. Как по мне, в этом приложении очень удобный интерфейс и мне нравится то, что там можно отправлять аудиосообщения, потому что бывает своим подписчикам я не отвечаю просто потому, что мне лень. Такое бывает действительно, а тут я просто могу отправлять аудиосообщения, вы услышите меня, я отвечу на ваш вопрос и вообще очень прикольно. И еще там очень крутые эксклюзивные стикеры, которые подходят реально на все случаи жизни, я пользуюсь, мне очень нравится. Jam4Me — это мессенджер, который очень удобный лично для меня. Он не сольет никогда ваше сообщение, у него крутой дизайн и классные стикеры. Почему именно этот мессенджер? Почему не другой? Первое — удобный дизайн и графика. Супер простое приложение, в котором разберется даже ваша бабушка. Это не в обиду, но просто оно реально очень простое. Также здесь существует голосовая связь, потому что я смогу с вами общаться именно по голосовушке. И, конечно же, бесплатные крутые стикеры. Поэтому, друзья, это супер удобное приложение, которое экономит время, зарядку телефона, голосовые сообщения, стикеры. Очень все круто, удобство, дизайн. Поэтому, друзья, вам очень рекомендую скачать данное приложение, которое вы найдете по ссылочке в описании. Скачивайте, вы его скачаете 100%. Мессенджер удобный и имеет простой дизайн. Отправку видео, фото и голосовых сообщений, как в любых других мессенджерах. Но в отличие от других, он хорошо экономит батарею. Так, а теперь приготовьтесь к этому движению. Традиционный понедельник, наконец-то закончились затяжные рождественско-новогодние каникулы. Всем привет! У нас было два Рождества, два Новых года. Ну, у нас еще, наверное, мы будем праздновать китайский Новый год, японский, индийский, потому что у нас есть индусы. Но в любом случае, как всегда, начинаем двигаться вперед. Я начну с новостей по Jam4Me на текущей неделе. Android-версия. Переходим на новый финансовый плагин. Стараемся сделать это как можно быстро. Думаю, что мы не будем объявлять заранее, на кто будет оператором нового текущего финансового плагина. Готовим для вас очень-очень интересный сюрприз. Кнопки для ботов готовим для того, чтобы в нашем мессенджере запустить ботов, связанных с следующими сервисами, о которых я чуть позже скажу. А и вот версия плана работы на 2 недели. Переходим тоже на новый финансовый плагин. Обновляем логику создания группового чата, настроек обновления фоновых градиентов для пользователей групп без аватарок. Реализация функционала оценки постов, лайки, дизлайки. Функционал принудительного обновления, потому что многие забывают обновлять. У них потом не совсем корректно работает мессенджер. И, соответственно, они говорят, что мессенджер плохо работает, вместо того, чтобы обновлять. Подтягивание истории чата, видео, P2P-звонки. Мы начали интеграцию, сейчас это продолжаем. Ну и веб-версии – это подключение P2P-звонков и голосовых конференций. Напомню, что у нас есть конференция на 64 пользователя. Переход на финансовый плагин, то есть внедрение в наш веб-версию финансового плагина. И устранение багов по дублированию сообщений и появлению пустых сообщений. Вот это то, что касается
текущих версий, связанных с разработкой мессенджера, текущих задач, которые стоят на ближайшую неделю и на ближайшие две недели, это связано с iOS. Будьте добры, следующий слайд. Но у нас сегодня для вас, как и кто-то написал, бомбенные новости, то, что вы очень ждете. Вначале я расскажу о новостях Back4Cache сервиса. Наверное, те, кто подписаны на этот сервис, отслеживают изменения. Запущена бета-версия Telegram-бота. То есть мы написали бот и запустили его в Telegram вначале, потому что в Telegram пока более развит API, и, соответственно, чем у нас в мессенджере. Мы оттестируем Telegram-бот в Telegram и потом перенесем то же самое решение в Jamf4Me. В разделе «Личный кабинет» нужно зайти, кликнуть слово «старт», и функционал очень сильно порадует. Jamf4Me бот у нас в разработке. Ждем обновления некоторых функциональных фишек в самом ядре мессенджера. То есть там появятся дополнительные кнопки, и сразу запускаем альфа-версию. То есть теперь вы сможете сворачивать, разворачивать категорию в каталоге, плюс появилось количество офферов возле каждой категории, то есть предложений, и под категории. Апгрейд 1, то есть в 2018 году, возможность изменять личный пароль в кабинете, контекстные списки и Back4Cache подскажет вам то, что вы имели в виду. Кнопка наверх, справа, вниз у экрана для быстрого перемещения вверх страницы. Ну, то есть все для удобства. Апгрейд 2, добавление в избранное любимых кэшбэков, то есть вы добавляете любимые ваши магазины, где удобно и много получаете кэшбэк. Кликаете по звездочку в каталоге и добавляете это все в избранное на странице оффера. Сами избранные приложения в личном кабинете находятся уже в разделе «Избранное». Оптимизирован контекстный поиск, поиск категории запоминания, свой статус открытия, закрытия для удобства. И серьезный апгрейд мы сделали по административной части. То есть, в принципе, мы двигаемся очень быстро по обновлению нашего Back4Cache сервиса. Он все больше и больше людей начинает этим пользоваться. Но самое главное, Back4Cache начинает нести деньги, что очень сильно радует, особенно тех людей, которые являются акционерами мессенджера. Происходят такие интересные вещи. Комната сама по себе залипает. Вроде бы все работает, потом говорю 5 минут. Ну ладно, комната не будет нам преградой. Я еще раз начну для тех, кого не было. И в прошлый раз я рассказывал интересную легенду, поэтому рекомендую всем ходить на конференции по понедельникам, даже если вы немного под шафе, все равно приходите. Интересные новости. Так вот, рассказывал легенду о том, что есть такая рыба, карп, она живет очень долго, по 70 лет, то есть из поколения в поколение в некоторых семьях, в Японии, в Китае их передают. Если карп в определенный момент в реке и в определенном месте выпрыгнет, то он превратится в волшебного бессмертного дракона. Почему я об этом рассказывал? Потому что многие спрашивают, вот вы рассказываете легенды, а когда же у нас ICO? И мы специально взяли умных, дорогих консультантов для того, чтобы планировать даты, сроки. И мы привозили юриста и пиар-менеджера ICO Box на мероприятие в Москву. Так вот, значит, предварительное название нашего токена Jammy Coin, еще раз повторяю, это предварительное название, это то, что мы должны еще окончательно утвердить, потому что нам нужно записать это название, это запатентовать и многое другое сделать. Значит, мы предварительно публикуем white paper, landing page, one page и начинаем при ICO закрытой предэмиссии 1 февраля 2018 года. При ICO продолжается в течение месяца. Дальше ICO продолжается в течение двух последующих месяцев. Это те цифры, те даты, которые мы выработали с ICO-боксом. И вот в рамках этих дат мы будем проводить громадное количество мероприятий, начиная от представления проекта, презентации в различных фондах, в различных частях света, от Японии, Кореи, Европы, до Соединенных Штатов, Канады и так далее. Вот. Это те цифры, которые вы ждете. То есть у нас полностью документы, ну фактически мы заканчиваем подготовку.
у нас выработана юридическая часть, у нас сделаны математические расчеты и расчеты, связанные с экономикой нашего, нашего товарного токена, который мы будем предлагать инвестировать различным фондам, в том числе и физическим лицам. У нас не будет ограничений по странам, то есть мы выпускаем товарный токен и работаем в Канаде, в США, в Японии, в Южной Корее, то есть везде, где вообще интересуется ICO, Индия и прочие громадные страны, Австралия и так далее. Вот. Поэтому цифры мы определили, задачи мы определили, я всех нас с этим поздравляю. Нам предстоит еще громадная работа в течение 3 месяцев, потому что мы должны провести большое количество презентаций, я уже об этом говорил, мы должны отработать много-много экономической информации, сделать таким образом, чтобы наши товарные токены пользовались спросом, потом вывести наши товарные токены на биржу, чтобы они были свободно конвертируемы. И товарные токены, еще раз повторяю, то есть это расчетная условная единица, работающая внутри мессенджера, и, соответственно, этой расчетной единицей можно будет оплачивать все услуги, рекламу, подтверждать свой статус для того, чтобы пользоваться сервисами, работающими внутри мессенджера. Ну и в заключение своего выступления я хочу рассказать еще, это не легенда, это заключение, к которому пришли очень умные люди, исследующие состояние человека, его богатство, развитие. И когда их спрашивали, что же такое деньги в конечном итоге, то это можно сформулировать очень просто. Деньги – это мера принятых человеком по жизни решений. То есть у каждого человека существуют развилки и в жизни, точки принятия решений, я не хочу называть там умные слова. И вот каждый человек в какой-то точке должен принять решение. Так вот, как правило, исходя из того, какие решения он принимает, соответственно, такую денежную меру он в ответ и получает. Причем не всегда те решения, которые, казалось бы, ведут к деньгам, люди не всегда их видят. Во-первых, не считывают знаки, во-вторых, сами боятся принимать решения. Я очень часто рассказывал о том, что людям свойственно со временем, любому человеку, как только он устраивается в зоне комфорта, так называемая притча во языцах, это зона комфорта, и каждый для себя его по-своему определяет, но как только человеку становится хорошо, то, соответственно, ему не хочется из этого выходить. Но, знаете, есть такие красивые стихи в одной из песен. «Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда». То есть если человек попадает и навсегда остается в новой зоне, в старой зоне комфорта, не умеет оттуда выходить, не умеет принимать решения, то обязательно он со временем отстает от процесса. У Пушкина это написано, сказка про когда старуха осталась у разбитого корыта. И, соответственно, надо четко понимать, что вся ответственность за свою жизнь, вся ответственность за материальное положение лежит исключительно на человеке, на умении его даже в сложной ситуации принимать решения, даже преодолевать свой страх и двигаться вперед. Поэтому мы сейчас вступили в очень важный такой период. Мы его, как и планировали, начали после Нового года. Мы его очень тщательно готовили, провели колоссальную работу. Она незаметна на первый взгляд, но она дала очень классные результаты. То есть мы, и вы в white paper увидите, мы приготовили для юридических лиц, а как правило в ICO принимает участие большое количество фондов, абсолютно новый механизм, позволяющий фондам инвестировать в фиатных деньгах в наше ICO. То есть наши ноты, ноты, которые связаны с ICO, связаны со смарт-контрактами, будут зарегистрированы в депозитарии в Euroclear, крупнейший депозитарий в Люксембурге. Мы взяли крупнейшего агента по размещению этих нот. Мы подготовили колоссальный труд, который называется white paper, там больше 30 с лишним страниц еще добавится. То есть мы готовы.
Теперь мы как команда, как совладельцы мессенджера, должны сделать колоссальный рывок. Так вот, я в заключение хочу сказать, что мы провели колоссальную работу. Мы сделали все, чтобы ICO было успешно. Мы еще раз, наверное, не знаю, слышали вы или нет, мы, наверное, одни из первых, которые выпускают евроноты, зарегистрированные в европейском евроклире в Люксембурге, для того, чтобы инвестировали фонды. То есть сделали много-много работы. И у нас впереди такие три решающих месяца. Мы должны вместе с вами это сделать, сделать так, чтобы мы успешно провели ICO, чтобы наш мессенджер стал самым лучшим и вместе двигались к его продаже. Всем спасибо за внимание, всем удачи. Передаю слово Александру Брониславовичу Кочиновскому. Я просто возьму сейчас микрофон, чтобы коллеги могли проверить связь и начать выступление. Прошу поставить мои слайды, и я начну сначала с небольших объявлений, очень приятных, потом дальше мы завершим розыгрышем нашей лотереи. Спасибо. Итак, как вы видели, наверное, уже на нашем лендинге у нас уже перевалило за 4 миллиона 200 тысяч человек. Мы уверенно идем к нашей такой очень желанной цифре в 5 миллионов человек. Сначала будет 5 миллионов общее, потом 5 миллионов перещелкнется счетчик в Google Маркете. Поэтому все это движение у нас идет в запланированном темпе. Более того, мы готовим инструменты для того, чтобы можно было резко ускорить это движение не до десятков тысяч, а до сотен тысяч и миллионов людей каждый день. Я думаю, что до миллиона мы вполне можем дойти. Предыдущая неделя у нас была не самая такая плодотворная, но тем не менее из тех, что были, особенно в декабре у нас. Конечно, в декабре была очень интенсивная работа, но тем не менее те структуры, которые работали, и лидеры, которые работали, смогли заработать хорошие деньги за прошлую неделю. Хотелось бы их озвучить. Поместились только партнеры с доходами от 1000 евро за неделю. Это Уссурийск, 1040 евро, 1080 евро. Польша, очень хорошо польская структура отработала на прошлой неделе, очень продуктивно. 1190 евро Хабаровск. 1200 евро Токио, Япония тоже очень хорошо на прошлой неделе выступила, 1360 евро город Свет-Зебня, Польша, 1390 евро Мурманск, 1400 снова Токио у нас, 1800 евро снова Ксаверов, Польша, 2800 евро за одну неделю Хатиодзи, какой-то новый город, я называю, которого не было, видимо, там появился новый лидер Хатиодзи, Япония. 2930 евро лидер из города Мейпл, Канада. И 3100 евро наш лидер из города Черкассы, Украина. Поздравляю всех с этими замечательными доходами. И хочу еще раз подчеркнуть, что лидером стал наш партнер из города Черкассы с доходом в 3100 евро, что хотелось бы пожелать и всем остальным нашим партнерам. Очень долгожданная для многих лидеров новость, очень понравился промоушен, оно и понятно, который идет и называется «Больше акций за меньшие деньги», и мы решили его продлить по многочисленным просьбам наших лидеров до нашего выхода на ICO, то есть до 1 февраля, и, соответственно, вы видите, что стоимость пака на 10% ниже, а количество акций, которые получают и партнер, и спонсор, на 50% больше, чем в обычных наших условиях. Это то, что касается большой радости для продолжения работы. Вот. Тем более, что в этот же период, по крайней мере, до 29 января продолжается и наша фантастическая лотерея «Новогодние сюрпризы». И по этой лотерее с сегодняшнего дня мы будем разыгрывать уже в полтора раза больше гаджетов. То есть разыграем сегодня в конце нашей конференции не 12, а 15. Извините, да, не 12, а 15 гаджетов. Вот, именно, значит, то есть не 2, а 3 в каждой категории. И вот на следующем слайде вы еще раз можете увидеть эту же картинку, чтобы она была более понятной.
значит, о том, как выглядят наши розыгрыши. Сегодня мы проводим уже четвертый розыгрыш, разыгрываем по 3 гаджета в каждой категории. Точно такой же розыгрыш пройдет и 22 января в понедельник, также по 3 гаджета, за только среди тех, кто сделает товарооборот, партнеры и спонсоры на следующей неделе, начиная с сегодняшнего дня учитываются покупки. Ну и заключительно 29 января пройдет розыгрыш у всех партнеров, которые покупали паки, все наши паки от Go до Invest, начиная с 17 декабря, с конференции, когда нашего большого события, когда мы об этом объявили, и до 28 января включительно. Все партнеры, которые покупали и которые сделают, естественно, покупки и в неделю с 22 по 29 января, все они смогут принять участие в этом замечательном розыгрыше. Ну, а я хотел показать, очень интересные отзывы к нам поступили от тех партнеров, которые выиграли, стали победителями лотереи на прошлой неделе. Очень хорошие отзывы. Вот Светлана Севрякова из Калининграда, выигравшая Samsung Galaxy G7, рассказала о том, что она думала, что ей нужен новый смартфон давно, но желание никакое в новогоднюю ночь не загадывала. И какое же было удивление, когда позвонила мой спонсор Галина Измайлов, сказала, что я выиграла вот именно этот гаджет, и я чуть не упала на месте. Думала, что это какой-то новогодний розыгрыш, ведь я никогда ничего не выигрывала в лотереях. И я до последнего момента думал, что все это сон, а потом начала осознавать, что это действительность, а не шуточный розыгрыш. Спасибо огромное моим спонсорам Галочке Измайловой и Игорю Кирюхину. Но для меня единственное, что в этой ситуации несколько странный факт, что партнеры из Калининграда почему-то не присутствуют на нашей новостной конференции и сама не услышала, как называется ее фамилия, как крутится барабан, как она выигрывает этот гаджет. Я думаю, что в следующий раз Светлана уже не будет пропускать, потому что она примет участие, даже если ничего не покупала, еще и в розыгрыше последней недели. Дальше, друзья, очень хороший отзыв поступил нам от партнера у нас на прошлой неделе. Если помните, 2, если я не ошибаюсь, приза или 3 приза ушли в Германию. И вот Катерина Баумтроб из города Линден вот выиграла Samsung J7. И рассказывает о своем спонсоре, с которым она познакомилась, Татьяна Малышева, и пригласила меня в компанию, познакомилась с удивительным проектом. И она наблюдала, как рос и развивался наш проект, какая неимоверная сила двигала его. У нас уже сегодня 4 миллиона, даже намного больше, чем 4 миллиона пользователей. И я счастлива, что познакомилась с людьми, у которых свободные сердца, которые знают и понимают, что они хотят и к чему стремятся. Они мечтают, действуют, их мечты воплощаются в реальность. Благодарю совет директоров и своих спонсоров за их бесконечное желание помогать тем, кто рядом. Ведь только отдавая, можно стать истинно богатым, сильным, свободным и защищенным человеком. 8 января я участвовал в розыгрыше лотереи, получила вот этот гаджет Samsung. И моей структуре это не первый выигрыш. Маргарита Браун и Ульрика Менгер выиграли Samsung тот же J7 и iPad. Искренне благодарим за такие чудесные призы. Да, я не ошибся, 3 приза у нас ушло уже в Германию, которая у нас, ну, хотелось бы, конечно, немножко более активной страной, но тем не менее, там идет жизнь, там идут продажи, там формируется своя структура, и очень приятно, что это подчеркивается и теми призами, которые получает наша структура из ФРГ. Ну и вот обратите внимание на следующие два отзыва, они очень показательны тем датами, когда партнеры вот эти вот к нам присоединились. Первое — Ильхам Галандаров из Санкт-Петербурга, который только недавно, 3 января, присоединился к нам, вот, послушав своего спонсора Нусрата Аруджаева, который сказал о Джемфоми и выиграл наш самый хороший приз, самый яркий приз, iPhone 10. И пишу уже с подаренного телефона это сообщение, стало хорошей мотивацией. И обратите внимание, для всех вас мотивация для новичков. За неделю я сделал 2 приглашения в бизнес. Мои новые партнеры провели паки Инвесты Премиум, и я закрыл статус Silver Master. Вот что делает такой вот выигрыш в лотерею. И это, конечно, здорово рассказывать всем своим новичкам об этой великолепной возможности. Ну а вы, как спонсоры, также получаете точно такой же билетик
на участие в лотерее. Ну и следующий отзыв. Обратите внимание, от партнера, который выиграл iPhone 8, также замечательный гаджет. Вот, он тоже стал партнером только-только 28 декабря 2017 года. Попал в розыгрыш лотереи, прописал свои цели на год, и одна из них была выиграть гаджет от Gem4Me. Это то, о чем все время нам рассказывает Наталья Борисовна, как важно не просто о чем-то мечтать, но и фиксировать, записывать свои цели, и тогда они сбываются. И вот для Алексея это чудо случилось. Алексей Блинов из Ярославля, он выиграл iPhone 8, спасибо за шикарный подарок, отличный проект в большом будущем, который дает огромные возможности всем партнерам. Спасибо моим спонсорам Николаю Стерликову и Татьяне Мартиновой за то, что показали мне верный путь в этот проект. Спасибо, Совет директоров, за шикарные подарки. Друзья, я завершаю вот чтение отзывов. Теперь дальше мы уже с вами перейдем к розыгрышу лотереи. Я передаю слово Наталье Борисовне Аршавской. Я надеюсь, что уже они наладили связь и смогут сейчас донести свои новости в нашей конференции. Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, я рада вас всех видеть после праздника в боевом настроении. Сегодня в чатах было очень много сообщений о том, что все просыпаются после праздника, требуют продления промоушена. И что самое интересное, как бы мы его ни продляли, но все равно наступит 1 февраля. Это та дата, о которой сегодня говорят уже достаточно долго два директора. Ну, скажем так, это согласованная дата, к которой мы стремимся начать пресейл, то есть пре-ICO. И это значит, что будет white paper, можно будет работать и можно будет уже получать много больше удовольствия от того, что мы с вами делаем. И, конечно же, однозначно, можно уже сегодня говорить, да здравствует Gemme Coin. Может быть, я не видела комментариев ваших, потому что сегодня как-то пропадал интернет. Но мне кажется, что очень такое миленькое название Gemme как раз в нашем духе. Вот, и запоминающееся, веселое, задорное, такое, скажем так, даже может быть ласковое. Ну, наверное, потому что мы любим наш Gem4Me, я хочу вам сказать, откуда оно произошло. Если вы берете четверку и соедините Gem4Me для меня, то есть четверку убираем фо и остается Gemme. Вот наша валюта с вами, которая монетка, которая будет запоминаться, будет на слуху. Я думаю, я уверена, что всем вам она будет очень тоже нравиться. Ну и также, конечно, мы к этому времени приготовим уже лендинг-пейдж, он уже практически готов, и точно так же будет короткий white paper one-pager, это когда в одной страничке все укладывается. И будет очень много работы у директоров, будет очень много всяких встреч с фондами и так далее. И для вас будет очень много новостей, вот именно в white paper и в самом описании того, что мы будем с вами делать в ближайшее время, в ближайший год. Ну, вообще это здорово, потому что будут сервисы, будет развитие, будет много интересного, и, естественно, у многих будут, опять же, дивиденды, у многих будет много вопросов, что, как, почему. Ну, это классно, потому что есть вопросы, значит, есть движение. Мы с вами будем двигаться вперед, и я думаю, что мы с вами будем зарабатывать очень много. Ну что ж, я перехожу к своей традиционной части. Думаю, что всего достаточно. Вы все хотите уже узнать победителей розыгрыша нашего новогоднего лотереи. И для того, чтобы к нему перейти, нужно поздравить наших карьеристов, как всегда, тех, кто продвинулся вперед по карьере. Сегодня есть сильвер-мастера. Это Эльвира Николаева,
из города Бахан, Россия. Это Фрося Ким из Уссурийска. Это Юлия Потапова, Санкт-Петербург. Танзиля Хисамова, Москва. Это все была Россия. Богдан Почай, Плоцк, Польша. Ирина Разгон, опять же, Россия, Уссурийск. И Ильхам Галандаров, Санкт-Петербург, Россия. Пропал звук, покажите, звук есть, перегружайтесь. Итак, золотой мастер. Сегодня золотые мастера, второй шаг по карьере. Это Бахит Садбаев, Тарас, Казахстан. И Любовь Макрова из города Ришон-Лецион, Израиль. Израильская структура развивается и тоже наращивает обороты. Но это не все, конечно, по карьере есть еще. Несмотря на праздники, есть те, кто стремился закрыть карьеру. И вот смотрите, платиновый мастер, новый лидер, поднялся на эту ступеньку в Японии, в городе Хатиодзи, я даже не помню такого города. Сицука Инада. Мы от всей души поздравляем японскую команду и, конечно, хотим пожелать им всего самого-самого наилучшего. И... естественно, успехов в этом прекрасном году золотой собаки. А также у нас есть в Польше платиновый мастер, что тоже очень радует. Польская структура, верните назад слайдик, польская структура развивалась на прошлой неделе активно. Видимо, вот лидер тоже закрывал квалификацию. Это Анна Новаковска из города Польша, Свет-Зебня. Вот такой город. Отлично, поздравляем Польшу, там есть наши друзья и наши два прекрасных лидера, Томаш и Анджей, с которыми вы познакомились на событии. Ну, есть еще и Diamond мастера. Сегодня это Татьяна Тарасова, и мы ее особо поздравляем, потому что Татьяна закрывает раздел мастеров. Она поднялась по всем ступенькам карьеры мастеров и на четвертой ступеньке Diamond Master, она сегодня одна. Это классно, это к удаче, к успеху, и мы вам желаем, Татьяна, как можно быстрее открыть новую ступеньку, новый раздел директорский и попасть в директорскую команду. А это не все. Хочу сказать, что сегодня просто потрясающие аплодисменты должны быть в конференции и всю последние несколько дней мы читали отзывы в адрес Татьяны Наумовой из Хабаровска. Лидеры этого знают очень многие во всех городах. И ее уже поздравляли с тем, что она к понедельнику открыла квалификацию платинового директора, поднялась на эту ступень, предпоследняя ступень в директорском разделе. И... писали очень много слов об этом человеке. Конечно, рассказать лучше всего словами спонсоров, но те, кто лично знает Татьяну, согласятся со мной, что это в первую очередь огромная трудоспособность. Это очень большая сила воли и желание победить, желание взять любую цель и вместе с командой сделать так, чтобы как можно больше людей поднялись на лидерские ступени вместе с ней. Ну и я прочитаю вам, конечно же, про нее словами верхних спонсоров. Сергей Самсонов написал: «Друзья, сегодня особенный день. Ранним утром в Хабаровске, пока средняя полоса еще мирно спала, родился, кто бы вы думали, первый платинум директор». Да, вот так, в Хабаровске первый платинум директор. Ура! От всей души поздравляю лидера с большой буквы, настоящего профессионала своего дела, человека, который никогда не останавливается перед препятствиями, человека с непоколебимой верой в успех Gem4Me, который она заряжает всех вокруг, человека на тренингах и школах, которого выросло много ярких лидеров, а также надежного друга и партнера Татьяну Наумову. Татьяна, я знаю, как сильно ты ждала этого статуса и как мощно ты работала для его достижения. Когда, казалось бы, все было против тебя и все валилось из рук, ты снова поднималась, шла вперед и заряжала своей невероятной энергией и верой в победу.
и в свою команду. Я от всей души поздравляю твою семью. Я знаю, что они очень поддерживали тебя на твоем пути. И сегодня это большая победа и триумф для вас всех. Я от всей души поздравляю твою команду. Только работая плотно всей командой, можно добиться таких результатов. Я уверен, что скоро за тобой на платиновый уровень перейдут и другие лидеры твоей команды. Желаю тебе большого международного развития, новых мощных лидеров, на которых ты всегда сможешь опереться. Остался всего один шаг, и вся директорская лестница будет пройдена. Пусть этот шаг будет самым легким в твоем триумфальном шествии. Присоединяемся. Столько было прекрасных слов сказано про Татьяну, но, конечно, не могу не зачитать еще один отзыв спонсора, любимого спонсора Эдуарда Витько. И вот что он написал Татьяне. Не передать словами, что я чувствовал, когда узнал, что Татьяна Наумова закрыла карьерную ступень платинум директора. Со школы все знают, что температура плавления золота составляет 1000 градусов. Но чтобы покорить платину, нужно научиться разжигаться до 1768 градусов. Татьяна сумела за короткий период поднять температуру бизнеса в 2 раза. Поднимаясь на такие вершины, нередко можно сорваться, перекипеть, сдаться. Но Таня показала пример, что возможно превратиться в платину. Спасибо, Танечка, за смелость, настойчивость и большую любовь к людям. Ваше горячее сердце способно зажигать сердца других людей. Вы покорили металл. Впереди новая вершина покорения камня. Бриллиант – самый твердый камень. Но один неверный шаг, и он рассыпается на осколки. Мы с вами отправились в интересное путешествие. И нам повезло быть участниками интересных событий. Мировое признание Джим Фуми. Миллиардная сделка. Старт продукта, которого еще никогда не было в мире. И самое волшебное превращение на этом пути – личностный, профессиональный и эмоциональный рост, опыт, который никогда и нигде не получишь. От имени всей команды я поздравляю вас с победой и с гордостью посвящаю вас волшебники изумрудного города. Вот такой прекрасный отзыв, послание, поздравление прислал Эдуард Витько. Татьяне, спасибо. И еще один отзыв, послание я зачитаю в адрес Танечки. Написала его Татьяна Нестрян, тоже Таня из Хабаровска. Конечно же, ей лучше всего видно, какая Татьяна на самом деле. Вот что она пишет. Татьяна, друзья... Дорогие друзья, сегодня мы поздравляем Татьяну Наумову с закрытием карьерной ступени платинум директора. Я хочу от себя лично, от всей хабаровской команды поздравить ее с этим большим достижением. Ты мой спонсор, ты рулевой нашего большого обоза. Я пришла в компанию Джим Фоми 3 года назад, поверив тебе с первых минут, увидев огонь в твоих глазах, твой энтузиазм, твою веру в то, что ты делаешь. Иногда было очень сложно, казалось, что все стоит на месте, но ты неумолимо шла вперед. Своей верой в победу и своим настроением ты вела нас за собой. Татьяна, ты настоящий лидер, а эта карьерная ступень – последний шажок на красную президентскую дорожку, по которой ты обязательно пройдешь, и это будет твой триумф, твоя цель и мечта. Поздравляем, желаем еще больших побед и достижений. Наверное, многие из вас хотели бы получить вот такие слова в свой адрес. И только в этом бизнесе это возможно услышать. Я вас уверяю. Там, где мы действительно являемся вот таким рулевым обоза и помогаем нашей команде преодолеть все самые большие сложности на пути в жизни и пройдя их, стать сильнее, крепче, умнее, ярче. И профессиональнее. Ну вот просто модераторы не успевают, не дают мне слова закончить, листают слайды. Коллеги, немножечко будьте внимательнее, пожалуйста. Я еще не закончила говорить о Татьяне Наумовой. Верните слайдик, пожалуйста.
И что я хотела сказать? Вы знаете, я в завершении всего этого хочу сказать, что неоднократно вам говорила о том, я поняла вот много-много лет назад, ну вот лет 30 точно назад, и вот все, кто читали когда-то мою книгу о любви, я там написала, что есть много-много идей, которые так и остались мертвыми, которые прекрасные идеи, они могли бы так умереть, пока до них не дотронулись яркие, талантливые, горящие люди, люди-зажигалки, зажигающие любую идею. И самое главное – это встретить таких людей на своем пути, потому что они могут зажечь огонь внутри вас даже в тот момент, когда очень трудно, когда в одиночку невозможно как-то вырваться из плена трудностей и пойти вперед. Но вот такие лидеры, как Татьяна, они способны огонь внутри человека увидеть, почувствовать, сделать ставку на этих людей, спрячь их вот в свой обоз, в свою команду и потащить идею таким образом, что она станет яркой, живой и такой же горящей, как они сами. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, что люди определяют успех любого проекта, и то, что мы с вами сегодня делаем, действительно является уникальным. Абсолютно нет таких примеров. Можно показывать на другие SEO, на другие мессенджеры, на другие какие-то идеи, но нет ни одного настолько любимого людьми мессенджера, настолько любимого народом проекта, который они сами своими руками создали по крохам, по частям, вложили в него огонь своей души, свою любовь, как вот в ребенка, как воспитывают детей. И вот этот джем for me, джем для меня, он стал джемом для огромного количества людей, любимым проектом, бриллиантом, который умеет создавать лидеров, который умеет создавать мечты, умеет обучать, умеет поднимать себя высоко в своих глазах, потому что до этого проекта, конечно, многие даже представить себе не могли о высокотехнологичных проектах и о том, что они станут участниками проекта, разрабатывающего мессенджер. А потом после мессенджера другие потрясающие, фантастические сервисы. Мы сегодня мечтаем с вами о каких вещах? Мы уже создали кэшбэк-сервис. Невероятно, да? Но вот практически попутно мы создали несколько финансовых сервисов. Что-то уже в разработке. Мы сейчас вам говорили о том, что в разработке огромное количество сразу сервисов аналитических. Тех, которые, ну, просто еще пока даже вот некоторые представить себе не могут. Что такое Digital Bank, например, да вообще никак. А еще один сюрприз вас ждет 1 февраля, а мы вам пока об этом не говорим. Но это то, что действительно даже пока многие себе представить не могут, как это работает. Но это тоже будет у нас с вами в разработке. И... собственно говоря, на этом можно было бы закончить, если бы не те люди, которые постоянно хотят быстрее продать мессенджер и монетизировать свои доходы. Я еще раз лишь повторюсь вам, что для каждого фрукта, овоща, плода, и даже ребенка, котенка, слоненка, жирафенка есть свой срок, когда он может родиться здоровым, полноценным и сильным. А вот даже в легенде, да, которую говорил Валерий Николаевич, карп должен вынырнуть именно в то время, в которое надо, чтобы превратиться в дракона. И поэтому он выжидает и смотрит, а когда же вынырнуть? И вот если он вынырнет в успешный момент времени в своей жизни, то он превратится вот в этого фантастического дракона, который и является во многих мифологиях символом бессмертия, удачи,
невероятных возможностей, великолепия и так далее. И мы с вами сейчас упорно работаем над этим, чтобы сделать свои самые главные шаги в этой жизни. Подготовка уже практически завершена. 5 миллионов, и мы с вами вынырнем на всех площадках уже, когда пройдем, и нас увидят с отметкой 5 миллионов. Ну, считайте, что это геройская наша победа, поэтому давайте напряжемся, давайте сделаем последний рывок, и давайте сделаем этот скачок вовремя, таким образом, чтобы мы были готовы, и чтобы у нас было все настолько, ну, скажем так, подготовлено к удачному развитию, чтобы нам не пожалеть. Потому что многие, конечно, проекты, которые шли и парили эту дорогу, ошибались, делали ошибки, и потом они уже о своем опыте рассказывали, как делать не надо. Нам нужно все это учесть, нам нужно прочитать их опыт и сделать все правильно. Конечно, никто от ошибок не застрахован, но максимально извлечь пользу из них можно. Поэтому идем вперед. Действуем дружно, используем промоушены и, конечно же, используем наши потрясающие розыгрыши. Я сейчас буквально через одну минутку передам слово Александру Вячеславовичу. Он уже ждет, он уже готовится вместе с вами прокрутить барабаны, назвать вам победителей и новых владельцев. Но я вам зачитаю одно традиционно обращение в фонд от благотворительного фонда. И я всегда радуюсь, когда имею возможность это сделать, потому что вот в тот момент, когда мы с вами идем на пути к успеху, обязательно нужно подумать о том, что рядом есть люди, которым нужна наша помощь. И чем дружнее мы все это делаем, тем больше у нас шансов и очков на победу. Потому что когда мы делаем это, еще не будучи богатыми, это лишь говорит о нашей высокой сознательности. Вы знаете, что мы уже 10 лет занимаемся благотворительностью, и огромное количество, десятки тысяч людей получили помощь и поддержку в трудную минуту. Вот это обращение от Раисы Пирожковой из города Щелково, которой нужно помочь, вы прочитаете на сайте. Ну, на самом деле, ей нужны и ваши слова, и ваша финансовая помощь. И я всегда говорю, всем миром по доллару мы можем человеку собрать все, чтобы он смог и вылечиться, и опереться на нас, и сделать какие-то решения в трудный момент жизни безболезненно, да, и даже похоронить мужа. Вот сегодня ей нужна наша помощь еще и такая. Держитесь, Раиса, мы с вами, и однозначно наша команда самая лучшая в мире. И на этом я хочу передать микрофон Александру Брониславовичу, а мы с вами узнаем счастливчиков сейчас, которые станут победителями последнего этапа лотереи, и мы уже потом будем крутить самую большую лотерейную рулетку, которая среди всех, кто не выиграл, опять назовет победителей. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч в следующий понедельник. Праздник продолжается, сейчас ждем, пока загрузят наш специальный барабан, который сделали наши разработчики именно под эту лотерею, которая выдает нам победителей, в этот раз он будет выдавать нам 15 победителей лотереи. Хорошо, отлично. Итак, смотрите, я знаю, что вы заждались уже, поэтому мы сразу приступаем. И первый розыгрыш проводится среди партнеров, которые в период с 8 по 14 января приобретали паки БИС и, естественно, их спонсоров. Их у нас будет 3 человека, и давайте мы узнаем, кто у нас будет первым человеком, которому достанется этот приз. Итак, старт барабана. Так, последние цифры. И перед вами Валентин Козырев из Биробиджана, Российской Федерации, спонсор Ольга, немножко скрылась Ольга, нам какой-то код, мы его не знаем. Поздравляем Валентина, Ольга 0978. Поздравляем Валентина с этим призом. Это не наш топ-лидер, иначе мы все его знали. Так что все партнеры могут выигрывать наши совершенно замечательные призы. Сейчас у нас пройдет техническая настройка. И мы разыгрываем второй Samsung Galaxy
G7. Еще секунда, еще полсекунды, еще доля секунды. И вот на экране Айуна Багдуева, извините, сразу спрошу, из Усть-Ордынского, нашего такого региона, откуда у нас большая группа, откуда, соответственно, уходят, часто у нас уходят призы. Спонсор тоже Багдуева 8. Поздравляем Айуну, надеюсь, что очень правильно произношу имя, с этим призом, с этим новым современным гаджетом, и желаем много счастья с этим призом. Ну, а мы приступаем к розыгрышу третьего Самсунга. И сейчас на экране пошли крутиться цифры. С цифры 8 начинается лотерейный билет. И заканчивается на цифру 2. Итак, Алла Стрижкова из Российской Федерации, из Уфы. Тоже наш такой хороший, сильный регион. Спонсор Ольга, там 13-13-13. Видимо, на 13 числа родилась. И поздравляем Аллу Стрижкову и ее спонсора, и всю ее команду из Уфы с этим замечательным призом. Здорово! Айуна Багдаева мне подсказывает. Да, спасибо большое, Айуна Багдаева. Айуна, да. Айуна Багдаева, та, которая выиграла второй приз. Итак, у нас есть еще розыгрыш среди партнеров, которые покупали Паки Бис и их спонсоры. Среди них разыгрываются очень любимые многими гаджеты, которые называются iPad или iPad, как люди называют, как вам угодно. Главное выиграть. И мы начинаем розыгрыш первого гаджета от Apple. Так, пошел барабан крутиться. Начнется лотерейный билет на циферку 33. Так, еще секунду ожидания. И вот перед нами, смотрите, конечно же, все знают это нашего топ-лидера из Перми, Елена Гирь. Елена, от всей души поздравляем вас, вы это заслужили своим неустанным, многолетним уже трудом в нашей команде. Это классно, что Елена выиграла этот замечательный приз, и желаю много счастья с этим замечательным гаджетом. Супер, спасибо. Елена, поздравляем. И разыгрываем следующий iPad, который достанется партнеру с билетиком на циферку 2, который начинается за эту неделю. Так, Светлана Филатова, город Мурманск. В Мурманске у нас известная структура находится. Спонсор у нее, партнер с логином Grant. А Светлана, поздравляем, пока у нас все призы остаются в России. Видимо, Российская Федерация наибольшее количество паков купила, ну, судя по лотерее, за прошедшую неделю. Ну, а мы разыгрываем третий iPad среди наших партнеров, проявивших активность на прошлой неделе. Розыгрыш уже идет. Лотерейный билетик начинается с циферки 780. Проверяйте свои билеты, держите пальчики. Итак, ага, вот видите, это Литва, город Шауляй, Алдона Тереза Эленбергниге. Извините, пожалуйста, за вот произношение фамилий. Не очень легко их произносить. Немножко они смотрятся не так, как мы привыкли. Но, тем не менее, я надеюсь, что Альдона – это правильное имя. Мы поздравляем нашего партнера из города Шауляй. Нечасто это город, а Татьяна Малыша, супер, моя команда. Судя по всему, Татьяна Малышева команда просто везде находится, потому что столько призов получает ее команда. Город Шауляй, туда улетает наш третий iPad. Друзья, у нас следующий розыгрыш среди партнеров, которые покупали паки и инвест, и их спонсоров, и это очень свежий, очень хороший гаджет, iPhone 8. Мы узнаем сейчас трех победителей, трех выигравших. Итак, давайте узнаем, кто первый выиграл этот iPhone 8, повторю. Лотерейный билетик начинается на циферку 120. И сейчас первый iPhone 8 выигрывает. А, смотрите, как приятно произносить. Не было за все время выигрыша и партнеров из Японии. Хаджиме Ахбора. Очень надеюсь, что правильно произнес. Хаджиме Ахбора из Японии. Город он, к сожалению, не указал. Спонсоров мы тоже видим на экране.
Это отлично, поздравляю нашу японскую команду. Четвертый розыгрыш, наконец-то дошли призы, посыпались призы и в эту страну. Замечательно, первый iPhone нашел своего владельца. Давайте посмотрим, кто будет владельцем второго iPhone. iPhone 8, повторюсь, пока еще не 10, пока iPhone 8, но тоже замечательный гаджет. Итак, секунда, другая, смотрите. Смотрите, как-то у нас, что в прошлый раз было, призы улетали в Германию, сейчас они улетают в Литву. И Томас Эленбергас, опять-таки из Шауляя, видимо, там крепкая команда. И опять мои, пишет Татьяна Малышева, я молюсь. Да, Татьяна, вы очень здорово молитесь, я уверен, что вы тоже, в конце концов, будете получить какой-то гаджет. Поздравляю, еще раз. Замечательно, приз улетает в Литву. И последний iPhone 8. Смотрим, кто его выиграл у нас. Лотерейный билетик начинается на 178. Крутятся последние цифры. Итак, Канада. Слушайте, Людмила Строчкова. Это топ-лидер, ведущий огромную структуру не только в Канаде, США, но и в России. Поздравляем от всей души. Спонсор господин Самсонов. Вот вы даже видите город Мэйпл, о котором мы часто говорим своих. Ну, в общем, это заслуженный приз улетает у нас. Второй уже в Канаду. На прошлой розыгрыше тоже был приз в канадской структуре. Это по-настоящему ура. Ольга Храмова тоже поздравляет от всей души. Оль и Людмила поздравляют от всей души с этим замечательным призом. Двигаемся дальше, друзья. Теперь у нас партнеры, которые купили Paki Invest, и, естественно, их спонсоры разыгрывают между собой три iPhone 10, иногда называют iPhone X. Ну, как удобно, не знаю, как правильно, я называю это iPhone 10. Давайте посмотрим, кто выиграл первый супергаджет в нашей лотерее. Итак, лотерейный билетик на циферку 439. Ага, смотрите, Польша заслужила, вот искренне заслужила, потому что я говорю, что очень большой оборот был. Анна Новаковская из вот этого вот города, как раз Свидзебня, который мы называли сегодня, и я называл, Наталья Борисовна называла. Поздравляю нашу польскую группу, iPhone 10 заслуженно за вашу активность вы получаете. Это здорово, это супер, у нас замечательная география. И смотрим, кто выиграет у нас второй iPhone 10. Интересно, какая будет страна, какая будет структура. Анна Новаковская, платиновый мастер. Да, 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 да. Снова Россия, Евгения Раскина из Хабаровска, из этого города, о котором сегодня так много говорили, у которого такой замечательный лидер. Евгения, поздравляем вас. Спонсор Ариша 0102, вы получаете самый современный и многими желанный гаджет iPhone 10. Супер! Ну и последний розыгрыш, друзья. Смотрим, кто выиграет третий iPhone 10. Пошла крутиться лотерейка. В этот раз билет начинается на 0.39. И вот, смотрите, Елена Охотникова, город Москва, Российская Федерация, руководитель очень хорошей, большой и такой раскиданной по разным городам и весям структуры, очень заслуженно, на мой взгляд, получает iPhone 10. Я думаю, что у нас будут супер отзывы на следующей неделе от всех этих партнеров. Они успеют все это дело получить, они успеют сфотографироваться, снять видео и прислать нам свои отзывы, потому что еще два полноценных розыгрыша нас ждут. Друзья, я от вашего имени поздравляю всех победителей лотереи, всех выигравших, желаю всем делать оборот на этой неделе, потому что следующие 15 гаджетов 4 на 3, 12 гаджетов, извиняюсь, конечно, 12 гаджетов на следующей неделе будут также разыграны среди тех партнеров, которые делают оборот на следующей неделе. Всем больших успехов, всем всего самого хорошего и до следующих встреч. Da 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 Da
We'll be right back.